Сын, которому 3 года, просит новый телефон. Симку новую он вроде вздумал нарушать закон. Я ошибся, в воскресенье сын подружку развлекал. Анонимно с днем рождения всяко разно поздравлял. Чтобы адрес был секретным, не спалиться по IP, папа симку и планшетник у цыганов с рук купил. Сын, наверное, читался. Сын Индиго, может быть. Вот наш мэр не догадался точно так же поступить. Прямо дома, из парадной, он или кто-то там еще троллил мощно, беспощадно тех, кто не был им польщен. Список долгий, список длинный. Журналисты и народ, кто ему все время в спину, кто работать не дает. Эти мерзкие людишки, что ж на них управы нет? Интернет уже это слишком, запретить бы интернет. Если не было бы прессы, народ меня бы уважал. Я бы граждан интересы переудовлетворял. А то гадят в интернетах вольнодумцы и глупцы, журналисты и поэты, дети, матери, отцы. С воскресенья до субботы надо бдительнее быть. Нету времени работать, нужно комменты постить. Вот тогда весь мир узнает, что наш мэр такой один. Здесь кавычки закрываем. Здесь мы вряд ли возразим. Я забыл сказать вначале, не Америка у нас. Вотергейтские скандалы и отставки в тот же час. Пошумели мало-мало, и как в сказке про бычка, повторится все сначала, на потеху дурачкам. Ну а я готов поспорить на бутылку лимонада, что и мне напишут вскоре комментарий из парадной.